В этом году масштаб увеличился ровно вдвое. Если в прошлом году это было около 70 человек, в этом году 140 участников заявилось. У нас в качестве участников номинировались и резервисты, звездочки КАМАЗа. Пригласили к нам в гости работников предприятий машиностроительной отрасли Республики Татарстан, наших целевых студентов, и подготовили для них очень интересную программу. Сейчас в нашей компании проходит ряд разных изменений, особенно на уровне корпоративном, на уровне корпоративной культуры, на уровне цифровизации. И вот в рамках того, что мы понимаем, что нам необходимо менять в том числе и ценности, менять людей, мы решили посвятить этому данный форум. Мы вместе с командами участников разрабатываем те ценности, которые важны для компании, важны для их работников и самой компании, то есть пул вот этих вещей, куда мы потом будем подтягивать нашу корпоративную культуру, разрабатывать мероприятия, которые будут влиять на вообще жизнь работников на их местах и на вовлечение этих людей, которые еще потенциально хотели бы работать у нас. После форума ты заводишь новые связи, новые знакомства, и это как раз можешь применять в своей дальнейшей работе. А сам форум дает такой заряд бодрости и позитива, и самое главное понимание, что на предприятии, где ты работаешь, есть много небезразличных к общему делу людей. Ты понимаешь, что у тебя есть единомышленники, с которыми ты можешь делать общее дело, делать КАМАЗ лучше. Ощущения только положительные, куча эмоций, новые знакомства, новые люди и отличные кураторы. То есть ни разу такого не было в жизни, поэтому это новый опыт. И приеду домой, буду рассказывать, естественно, о том, как здесь провел время. И, возможно, даже какой-то опыт внесу в работу коллектива своего. Да, хотел сказать большое спасибо команде за организацию. Все очень классно. В общем, делайте такие вещи дальше. Приглашайте нас. Вы нам нужны для того, чтобы не только хорошо работать, и для того, чтобы такие же сверстники, как и вы, которые находятся за периметром КАМАЗа, знали о том, что происходит на КАМАЗе именно от вас. Именно от тех людей, которые погружены в систему, которые знают, как ее отрицательные, но и положительные